Более полугода назад, осенью 2015-го, бассейн детской поликлиники был открыт после ремонта для посещения. Его открытие прошло в торжественной обстановке. Обновленный бассейн – результат труда строителей и работников Центральной районной больницы, которые смогли организовать, согласовать выполнение комплекса необходимых работ. Сумма затраченных средств, которую выделило градообразующее предприятие, открытое акционерное общество «Беларусь-Калий», составила 885 миллионов 245 тысяч белорусских рублей. Были выполнены ремонт, это ремонт такой, замена потолка, стенам облицовка плиткой, установка новой системы очистки воды современной, четырехуровневой, которая предусматривает очистку серебрением, медью, ультрафиолетовым обеззараживанием воды и использование большого механического фильтра. Наращивание вентиляции было выполнено, есть такая тепловая завеса, которая поддерживает температуру воздуха в помещении где-то в районе 32-33 градусов. Ну, вот такие работы. И очень еще большая работа проведена в подвальном помещении, где устанавливалась вот эта современная система очистки воды. С момента открытия необходимый комплекс процедур прошли более сотни детей от 6 месяцев до 6 лет. Стоит отметить, бассейн детской поликлиники – единственный в городе, где проводится лечение и оздоровление детей грудного и младшего возраста. Контролировали качество воды солигорские эпидемиологи. Время от времени новая система требовала корректировки, профилактики и мелкого ремонта. Перерывы возникали, потому что, как вы все понимать должны, что эта система новая, и были сбои в работе системы. То есть были сбои в работе теплообменника, который поддерживает температуру определенную воды в бассейне. Поэтому ремонтировался он, этот теплообменник. В настоящее время в связи с отключением горячего водоснабжения в зданиях, запитанных от ТЭС открытого акционерного общества «Беларусь-Калий», многие бассейны Солигорска не работают, в том числе и детские. Это время работники используют для того, чтобы установить дополнительный механический фильтр в системе очистки воды. Его установка рекомендована научно-промышленным комплексом «Санкор», специалисты которого и устанавливали систему. Нужен он для того, чтобы вода соответствовала ГОСТу при поступлении в бассейн, а также не образовывался осадок на дне. Детское население Солигорска насчитывает около 27 тысяч человек. Из них абсолютно здоровых детей с первой группой здоровья – около 7,5 тысяч. Ежегодно около 50% детского населения поступает на лечение и оздоровление в отделении медицинской реабилитации детской больницы и поправляет здоровье различными методами лечебной физкультуры, в том числе и при помощи воды. Работа велась ежедневно. Были у нас остановки по понедельникам для уборки бассейна, проведения генеральной уборки. А так ежедневная работа. По словам руководства Солигорской центральной районной больницы, детский бассейн возобновит работу 30 июня, одновременно с подачей горячего водоснабжения в дома солигорчан.